Почему у вас люди в масках? Вы вообще охренели, что ли? Что за бумага у вас, с которой вы сегодня пришли? Давайте я прям снимаю этот документ. Значит, вы тут заявляете, что вы внесены в реестр. Расскажите, пожалуйста, какой датой вы подавали документы в реестр ГЖИ? Какие документы вы предоставляли в реестр ГЖИ? А вы тогда кто вообще, если вы ничего не знаете? А что вы тогда тут делаете, если вы ничего не знаете? Я не могу вам сказать дату, когда... Кто занимался, говорите? Во-первых, как вас зовут, представьтесь, хочется знать. Фамилия. Как еще раз? Костюкович. Еще раз. Костюкович, вас как зовут? Вы тоже из доброго города? Вы жилец. Кто еще из доброго города у вас? Ну вот, ребята. Где? А где этот товарищ Сергей Сергеевич, который ваш? Сейчас приедет. Сейчас приедет. Кто подавал документы? У вас. Да я не могу. Кто занимается, вы можете сказать? Приедьте в офис, вам все расскажут. Да зачем мне приезжать? Мне не нужен добрый город, я не хочу добрый город, зачем мне к вам ездить? Вы сюда приехали, вы и скажите. Я задала вопрос конкретный, кто у вас занимается подачей документов ГЖИ? Если вы не знаете, кто подавал, да, вы не знаете, кто подавал, когда подавал, какой перечень подавался, ваши документы полное фуфло. Тогда забирайте ваших людей в масках, которые прячут это лица. Люди. Это люди, которые сказали, что они от доброго города. Тогда убирайте машину со въезда, потому что я не могу заехать на территорию. Он перегородил дорогу. На основании чего? Моя машина. Он сидит с рацией. Вы что, дурака включаете? Я все засняла. Вы не включаете дурака? У вас человек здесь стоит сейчас по рации, с ними общается на въезд. Вот он, значит, главный. Нет, что ты сейчас сказал? У вас человек стоит. У вас стоит на рации и перекрыл дорогу. Я не могу заехать. Убирайте людей в масках. Это не мои люди. И не мои тоже. Что вы интриги плетете? Какие люди в масках? Вы что тут? Вы вообще кто? А вы кто? Нет, секунду. Я собственник. Селезнева Юлия Александровна. Вы кто? А я гражданин, который может здесь находиться на законных основаниях. На каких? Я вам отчитываться должен. Да. Так, давайте, мы мужчины, жильцы. Давайте выводим вот этого товарища. Он никто здесь. Он не представляет. Давайте, до свидания. Послушайте, вы здесь, кто? Объясните. Вы кто? Здесь что за помещение? Секунду. Здесь что за помещение? Это помещение жильцов. Жильцам. Вы кто? Ваше помещение, это ваши квадратные метры. Нет, это вообще домовое имущество. Давайте, дорогой человек, вы непонятно кто. Мужчины, пожалуйста, убирайте его отсюда, это провокатор. Документы покажите полицейскому. Документы, помолчите, покажите документы. Тогда нам покажите, вы кто? Вы кто здесь? Я уже представилась, а вы нет. До свидания. Провокатор хренов. Они ничего не знают. Они пришли с какой-то, извиняюсь, бумажкой для одного места, и тут трясут этой бумажкой. Значит, во-первых, чтобы подаваться в ГЖИ, реально нужен перечень общедомового имущества. Я правильно понимаю? Плюс да, там акты. Где это все? У них но этого даже говорю, нет. Вот этой компании не передавались ни ключи от общедомовых помещений, ни проектная документация, ни рабочая. Как они могут обслуживать этот дом? Никак. Ну вот, как? Законы они не могут. Физически не могут. Сейчас под автоматом будут. Даже если в реестре они есть, в реестре лицензия поддельная получается. Чистый договорняк администрации. Вот Сергей Сергеевич пришел, он нам сейчас расскажет, когда он подавал в реестр лицензий. Рассказывайте. Вы как представитель доброго города, расскажите, кто подавал документы, какие документы вы подавали в ГЖИ на получение лицензии, договор, включение в реестр. Договор управления и решение акционерного общества «Монолевер Трейд» о выборе управляющей компании, наш как добрый город. Вот договорчик. А кроме договора, вы в курсе, что подается еще приложение к этому договору, которое здесь у вас как бы прописано на всех страницах? Где приложение к данному договору по общедомовому имуществу? Расскажите. Застройщика. Секунду. Вы подавались в реестр ГЖИ. Почему они у застройщика? А у вас его нет? Нет, подождите. То есть вы без подписи подали этот перечень? Вы как дом обслуживать вообще вот собираетесь? Договор недействительный, все просто. Договор без приложений, которые упоминаются в договоре в этом, недействительный у вас. Вы понимаете, что вы сейчас говорите? Вы тогда собираете всю свою шоблу и уходите. Вот когда у вас все будет, вы тогда приходите. Так, приложение договора является его неотъемлемой частью. А почему не подписано? Как же?
Приложение подписано. Это нет, которое, когда направили пакет документов. А покажите. Сергей Сергеевич, до свидания. Вот до свидания. Вы не юридические. Можно я зачитаю одно письмо? Самое главное, да. Теперь самое главное. Акционерное общество «Monolever Trade» генеральному директору ООО «Добрый город» Андрющуку И.В. от 19 февраля 2020 года. Между «Monolever Трейд» и «Добрый город» заключен договор управления многоквартирным домом, расположенным по адресу Химки, Молодежная, 7, корпус 1, от 21 января 2020 года. Далее договор. В связи с неисполнением «Добрый город» своих обязательств по договору, АО «Monolever Trade» вынуждено отказаться от исполнения обязательств по договору со своей стороны и расторгнуть договор в соответствии с пунктами 6, 8 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 310 ГК РФ. Договор считать расторгнутым от 20 февраля 2020 года. Ребят, подавайте суд, можно решайте сразу, раз вы любите читать, пожалуйста. Вот так. Ответ, который был направлен «Monolever», статья 161 пункт 3. О том, что незаконно в одностороннем порядке расторжение договора с управляющей компанией, так как первое, есть договор с собственниками, есть решение... Где договор с собственниками? Везите договора с собственниками. Где договора с собственниками? Это очень интересно.